Good morning. Good morning. Мы решили сегодня полениться. А раньше вы не ленились? А ваша лень в чем заключается? Не мы занимались. Лень — это 10 километров прошли туда-обратно. Прогулялись — это лень. 10 километров? Ну вы вообще, вы мои кумиры. Дорива назад. Да. Ого. Там какую-то сцену строят. Да, 10 километров. О, oh, yeah. С наступающим. Как вы? Вас уже куда-то пригласили? Нет, это какие-то медитации. Ну, дали. Ну, вот, пригласили куда-то помедитировать. Такие приглашения каждый день. Мама, а invite them for чай? Пошли, говорит, на чай. Спасибо, мы идем сейчас. Центр. Окей. Okay. We're going to center. Okay. Хорошо, ну давайте тогда. У меня сегодня день рождения. Да. Уже наступило. Да, 31-е, да. Спасибо. Спасибо огромное. Всего лучшего, всего, что вы себе пожелаете. Спасибо. Главное — спокойствие ума и тела. Да, да. И счастье. А все остальное образуется. Спасибо. Увидимся еще тут. Ночные тусовки ж будете тут выгуливаться, фонарики запускать. Корова, я боюсь. Чего вы боитесь? А в Чиндамбараме меня ободнула корова и до крови прямо. И живот мне порвало, и шаль порвала. Вот, ногу поцарапала. И теперь у меня внутри, где-то глубоко внутри. Вот, ну давайте. Пойду навстречу своим страхам. Встречусь глазами. Ну что ж, доброе утро! Доброе утро! Доброе утро! Доброе утро, дорогие друзья! 31 декабря 2021 года. Вот так наше утро начинается. Ну, вернее, началось оно давно, уже даже приходили поздравить. Вот, Саши хочет чаечек. Да, очень много людей. Сейчас, наверное, часов 9 утра. Вот. Очень много получила уже с утра поздравлений. Спасибо вам огромное. Очень огромное спасибо Марине из Ейска. Друзья, я сегодня с утра уже опять растроганно проплакалась раза три. Она организовала такое поздравление. Поздравление на хинди на стене. Танцы пенджабские с подругами, съемки. Все это очень-очень-очень красиво. Пытаюсь сейчас смонтировать в одно видео. Не загружается. Почему-то пишется, что видео то ли недоступно, то ли как-то... Я не поняла, может, она удалила их с телефона, отослала мне ВКонтакте, удалила с телефона. Вот, не знаю, почему так произошло, Маришка, но мы все равно, мы как-то покажем зрителям это поздравление. Ну давай plain soda, да, неудобно же вообще занимать место безо всего. Вот. Дорогие друзья, я вас поздравляю с наступающим Новым годом, с наступившим Новым годом. Желаю вам много-много-много хороших событий в Новом году. Вот. Пойду покупаюсь немножко. Саши говорит, ты иди купайся, говорит. Я дома посплю еще немножко, часик досплю. А потом говорит, нет, говорит, пойду с тобой, лучше я там... Чай попью и полежу на лежаночке на этой. Вот. В день рождения, говорит, хочу быть с тобой. А еще ночью я проснулась, часа в три, наверное. Вот. Он говорит, ты знаешь, я тебя хотела разбудить в 12 ночи поздравить. Я вообще родилась в 0:45, то бишь самое-самое начало 31-го. Я, говорит, тебя хотел поздравить. Но я говорю, спасибо, что дал мне... самой проснуться. Не надо мне вот таких вот поздравлений сейчас. Ой, человек там на руках стоит. В общем, сейчас я, наверное, искупаюсь от всей души. Я сделаю 100 грибков и даже 150. Море не очень бурное. Когда бурное, очень сложно сделать экстра лишнего. А когда тихое, спокойное, то
легко туда-сюда плавать. А так только несколько раз проплывешь, раз, волна сильная, я под них подныриваю. Вот. Ой, друзья, слушайте, я даже не знаю, вот, ну, правда, смена настроения, она какая-то удивительная. Еще вот вчера буквально было такое плаксивое, унылое, а сейчас такое прекрасное вот наступило. Я даже не знаю, сколько там мне лет, но будем считать, что 100. Вот. Ну, или 30 с хвостиком, 29 с хвостиком. А хвостик, это уж не важно какой, может быть, хвостику 70 лет. Нехай. Вот, пойду покупаюсь, тут у меня и дупатка еще одна, и сухое платье, а купаться я буду вот в футболке и в штанах. Ой, и вот сегодня, друзья, сегодня прекрасное настроение, прекрасное, вот уже наступил день рождения, и что-то так звезды астрологически как-то по-другому сложились уже, видимо, что у меня просто good, very good emotion, very good, да. Good weather. Да. Да, и хорошая погода на мой день рождения. В другие времена тоже всегда тут хорошая погода, поэтому здесь-то мы не особо жалуемся на погоду в декабре, в январе. Круг вокруг себя очертил. Доброе. Хочу на ноги, на руки, на клес браслет? Нет. Я? Нету, Юрве. Нет, не хочу. Нету, спасибо. Юрве. Спасибо, девчонки, с утра на работе. This is your heart. This is mama heart. Вот. Это твое сердечко, а там мое. Большой heart, да. Большое сердечко.